В 2010 году на сцене Центра культуры поселка совхоз имени Ленина ребята из хореографического коллектива «Созвездие» исполнили свой первый танец. Этот день и стали считать днем рождения коллектива. Сейчас это уже сложившиеся группы разного возраста со своими программами, достижениями и успехами. К очередному дню рождения, а также Международному дню танца ребята подготовили концерт. Подробности смотрите далее. За 3 года существования в творческой жизни ансамбля были разные концерты и выступления, фестивали, конкурсы, победы и награды. Танцоры побывали на разных сценах, исполнили много танцев, но они не устают стремиться вперед и каждый раз с интересом и радостью идут навстречу новым приключениям. В свой день рождения воспитанники «Созвездия» устроили праздничный концерт. Поздравить их приехали и другие танцевальные коллективы «Витрувиана» и «Формула радости». Коллектив «Созвездие» особенный. Здесь участники всех возрастов, и объединяет их любовь к танцу. Очень много танцуем, но хотя в этом коллективе мы совсем недавно, и это стало как почти второй дом наш, нам очень нравится. Танцы – это жизнь. Я занимаюсь этим с самого детства, и хочу, чтобы мои воспитанники, мои ученики, участники моего коллектива, чтобы у них было такое же отношение, чтобы они любили танцевать, чтобы они чувствовали себя в танце, чтобы они жили танцем. Обучать хореографии – занятие творческое и очень интересное. Видеть, как маленькие успехи ребят со временем превращаются в искусство танца, для педагога самое ценное. Всю душу в работу «Созвездия» вкладывает его руководитель Людмила Климова. Это мои дети. Все, включая взрослых, это все мои дети. Вот их у нас около 90 человек, и я их всех очень люблю, и очень хочу, чтобы у них все получалось всегда. И мы стараемся, чтобы они получали положительные эмоции от занятий в нашем коллективе, и, конечно же, от сцены. Преподаватели у нас тоже очень хорошие. Людмила Владимировна всегда дает очень много правильных советов. Если что-то не получается, она не ругает, она просто подталкивает к правильному направлению. Среди концертных номеров и небольшое французское шоу. Самый яркий, эмоциональный и зажигательный танец «Кан-кан». Зрители смогли проникнуться его удивительной атмосферой. Мы когда его танцуем, такой адреналин прям в крови, и всю энергию он хочет передать зрителям, вот все, что вот мы чувствуем, вот прям так нахлестывает и хочется передать всем. Юная звездочка Алина в «Созвездии» с самого начала считает его своим вторым домом и каждый раз спешит на репетицию, как на праздник. Девочка больше предпочитает современную хореографию, хотя с радостью исполняет народные танцы и классические. Какие-то непередаваемые ощущения, просто вот танцуешь, просто все танцует, душа и тело. И когда я на сцене, мне очень нравится, когда зрители меня хлопают, поддерживают. Как сами участники, так и зрители получили от концерта большое удовольствие. Ведь самый лучший подарок для танцевального коллектива – еще раз исполнить на сцене любимые произведения. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.